В Джизакской области пресечена деятельность лжепредпринимателей, занимающихся незаконным оборотом пиротехники. Данный факт был раскрыт в ходе очередного рейда, проведенного сотрудниками областного управления внутренних дел. Инспекторами ДПС, работающими на посту Сангзор-15, был остановлен автомобиль «Нексия-2», направляющийся по маршруту Ташкент-Самарканд. Владельцем авто оказался гражданин от 1980 года рождения, житель города Карши. В багажнике автомобиля была обнаружена сумка, в которой лежало 48 блоков, 480 коробок и более 26 тысяч единиц пиротехники. Аналогичный случай произошел при остановке и проверке автомобиля «Нексия-3» сотрудниками ДПС на том же участке пути. В багажнике данного автомобиля находилось 14 блоков, 140 коробок с пиротехническими средствами и более 7 тысяч фейерверков. Запрещенные средства были оформлены как вещественные доказательства. В настоящее время следственным отделом районного управления внутренних дел по данному факту проводится проверка. За незаконный оборот пиротехники нарушители несут ответственность, установленную законом.